Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня – невероятное событие. Ваши пираты теперь неудержимы благодаря прочерку подпаленного капитана. Вы начнете игру с ним и колодой пиратов Полуют. Ну что же, блин, против бета-каротин мы будем с тобой драться. Не самый, конечно, хороший вариант. Так, ну что же, оставляем как есть пока, да? Поехали. Начнем потихоньку. Так, шаманство двух приемов. Ну, допустим. Бомбим. Так, возьмем что? Наверное, пирата. Так, уничтожает, да? Нет, не уничтожает. Ну-ка, погнали. Так, он уже прокачается у нас, по-моему, насколько я помню. Да, 3-3. Угу. Ну, а если я сделаю вот так? К примеру. Кого ты хочешь убрать-то, парень? Кого ты хочешь убрать? Блин, три к атаке. Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Поехали. Так. Угу. Допустим. Как бы сделать лучше? Наверное, лучше сделать вот так. Смотрим. Уничтожает растение. Твою налево. Ну что, ему крышка, да, я так понимаю? Три. Блин. Ну да. Три и два. Еще вот так вот сделаем. Поехали. Все, ребят. Колода за пиратов сработала. Так, сила бесячества. Окей. Нанесите 5 единиц урона героями, используя карты антигерой. Так, разыграйте 2 растения со способностью команда. Ну, не знаю, не знаю. Так, давай-ка мы с тобой сыграем сегодня за Зимеха. Ну, попробуем. Дойдем сегодня до 20 ранга. Попытаемся. Так, поиск соперника. Надеюсь, быстро будут искаться. Или, как всегда, фиг дождешься. Нет, дождались. И мы с тобой против Ореха. Угу. Против Ореха. Ну, давай попробуем. Так, я пропускаю здесь ход. Ничегошеньки он не делает. Сумоиста, может быть, позвать. Так, мы его, наверное... Ага, этого мы отодвинем с тобой. Или как лучше, нам этого, наверное, отодвинуть, да? Да, этого отодвинем сюда. Вот так вот. Допустим. Ну, давай сделаем так. Жалко, конечно, сумоиста. Ну, ничего не поделаешь. 2-5. А если я вот так сделаю? Он, наверное, подумает, что здесь сумоист. А, но здесь же не сумоист. Нет, конечно, ребят.
Здесь совсем другая тема. Поехали. Блин, у меня с картами проблема, если честно. Так, пропускаем ход. Что он там делает? Неуязвимость. Интересно. Что-то он ищет. Что он хочет там найти? Ну, допустим. Так, погнали. Окей. Давай вот так вот сделаю. Да ладно. А, этот останется в живых. Поехали тогда. Страж. Ну, стража я поставлю сюда. Неуязвимость ставлю. Ой, серьезно? Так, чувак, конечно, наивный был. Но это его дело. Так, и давай-ка еще прокачаемся чуть-чуть. Этот орех, наверное, мы с собой берем отсюда. Блин, по-моему, моего стража... А, нет, не уничтожат. Но, тем не менее, урона нанесут прилично. У нас по картам беда. Стен орех опять размещает. Ну, берет карту еще, понятно. Так, ну, этому крышка, понятное дело. Сделаю вот так вот. Что он хочет с этими орехами замутить? Да я тебя уничтожу, что ты там. Фи, господи. Серьезно? Этого сейчас валим. Вот таким вот образом. Погнали. Так. Так, 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 так. Хорошая карта, ребята. Все? Так, ну что, давай сделаем таким вот образом. Теперь. Ну, наверное, вот так вот. Шваркнем, да? Поехали. Так. Х1, чё такое? Чё значит Х1? Немножко не понимаю, что значит Х1. Неуязвимость ставит. Ну и тебе же сейчас... Ага, вот ты как. Погнали. Угу. Да чтоб тебе, блин, вонючий ты случай, а? Ну что, этот пойдет сюда тогда у нас? Да? Как вариант. Погнали. Опа, опа, опа.
Окей. Так, ну что мы тут можем с тобой уничтожить? Да, в принципе, ничего пока трогать не будем. Так, зомби получает плюс 5. Давай сюда, наверное, воткнем. Твою налево, да что мне выпадает? Фигня какая-то, ну серьезно. Шипы ставит. Да ладно. Опа. Пока воздержусь. Так, а вот это хорошо, что нам выпала вот такая карта. Давай их сюда поставлю. Ой. Угу. Что, поехали? Ты дичь. Как это орехом, а, ребята? Голову снесло. Ну что, замех, отыграл, молодец, красавчик. Претензий к тебе нету. Так, нам нужна еще с тобой одна победа, да? За кого сыграем? Давай-ка попробуем за бессмертие. Попробуем сыграть за нее. Нашли, надо же. Так, если против нас идет вспышка на солнце, да? Тот самый подсолнух. Слушай, интересно, у нас тут колода какая-то получается. Хм. Есть два первых хода. Точнее, два вторых хода. Так, а это у нас что? Минус один, минус один. Ну, это беспонтово, на самом деле. На земле, да, когда получается? Плохо. О-о-о. Что-то слишком рьяно начал. Так, значит, мы с тобой сделаем немножко по-другому. Погнали. Ну и что ты? А, прокачаешь гриб? Окей. Прокачал гриб, да? Так, ну что ж, давай сюда. Такс, и вот сюда. Наносит 2 единицы урона. Окей. Погнали. Так, ну этому грибу крышка. Блин, у меня другой волнует. Как тут вот сделать? Йети. Угу. Что там он делает? Грибную поляночку? Грибную поляночку, друзья мои, он хочет сделать. Интересно. Давай сюда поставлю. Ай-яй-яй. Все на этом, да, надеюсь. Так, 5-1. Это 6 в лицо. Каким вот образом сделать?
Ну, наверное, вот так вот. Сюда, что ли, бомбанет? Нет? О, даже как. Защита, сработай, защита. Нет, ребята, защита не сработала. Защиты чуть-чуть не хватило. Как-то долго ты бессмертие у нас раскочегаривалось долго. Ну, дождь применять тоже, ребята, было бессмысленно. Видишь, один-один на земле. Если бы это был, если бы у него бы все были бы на земле, а то у него, видишь, на возвышенности стояли. Ну, так. Зуба стезила, да? Но значок имеет такой же, как и у нас. То есть... Ну, что тут? Тут, блин... Перебор какой-то. Ой. Ну, все, короче, понятно. Нахапали что-то вообще не того, что надо. Летучая мышь у нас только с тобой есть. Он вытягивает две карты. Сразу же, просто с лету берет и вытягивает две карты себе. Я пропускаю здесь ход. Хотя могли бы поставить с тобой, наверное, вот эту вот летучую мышь вот сюда вот, да, на воду. И все. Капуста. Ну, капусту мы с тобой немножко подрежем, чтобы она осталась без атаки. Так, хочу посмотреть, что он будет делать. Тишина какая-то. О, прокачивает этого хламона, что ли, да? Минус один, минус один. Ну, мы тогда тоже сделаем. Два урона будет он наносить, будем два урона и мы. Окей. Так, йети у нас есть. Что, будем призывать, наверное, да? Давай-ка вот сюда вот поставим. Отлично. Горохострелы позвал. Через пенек. Понял. Давай так, наверное, сделаем с тобой. Так, что же нам тут-то сделать? Ну, давай, наверное, вот так вот. Так, неужели он нас проиграет, а? Опять бессмертие. Переманивать, да, сюда? А, вот так вот? Я думал, что... Угу. Нам надо как-то медик с тобой реализовать. Опа. Хм. Ну а как нам с тобой реализовать его? Жека мне на милость. Так, вытягивает две карты еще. Ну защита-то в любом случае сработает, понятное дело. Погнали. Давай вот так, наверное, уничтожим с тобой. Угу.
теперь нам нужно с тобой вызвать как-то медика, умудриться. И надеяться, что его не уничтожат. Твою налево, ну ты посмотри, что творит, а? Че, придется этого валить? Другого варианта я, ребят, не вижу. Так, что мы можем с тобой сделать? Ну, давай, наверное, сделаем вот так все-таки. Посмотрим. Твою налево, тыкву еще эту где-то... Ну ты посмотри, а. Где он тыкву-то нашел, а? Так, у него там еще какая-нибудь пакость, да? Нехорошая. Перед смертью так хоть сделает? Сделает. Так, ну что мы с тобой можем сделать здесь? Только следующее. Да нет, так не получится. Все зомби получают плюс 2 и 2 и безумие, да? Давай, короче, погнали так. И вот так. Да ты серьезно, блин, со своей бонусной атакой? Вот и доигралось у нас бессмертие. За колоду у тебя, а? У тебя есть что-нибудь другое? Нет у нее ничего. Погнали еще разок. Третий. Ну давай, 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 быстрее. Ищи противника. Отлично, нашли. Так, это кто? Блин, это у нас 32 ранг. Будет, блин, ну что вот. И опять, кстати, зубостизила. Ты посмотри, любите ли за нее играть. Давай на воду поставим. Пускай атакует. Так, дальше что? Я не понимаю, зачем вот этот вот в карте? Это же добор получается, да? Перемещение. Ну, переместил, довольный. Ага, трать, трать. Не только на руку, когда он тратит много карт. Так, ну что, вызовем, наверное, вот этого теперь зомби. Пускай он будет заниматься добором. Отлично, сейчас карту прихватим. И карта-то причем неплохая. Вот так вот сделаем. Тридцать второй ранг, не забывай, ребята. Это довольно серьезный уже. Это не 20-й даже. Так, окей. Карту. Космонавт. Так, что теперь? Давай вот так сделаем.
Ох ты. Еще делает добор, да? Окей. Прокачивает, естественно. Ну, на него управа найдется через вот этого зомби, естественно, ребят. Карту только отдай. Вы сейчас, блин, издеваетесь, что ли, надо мной? Я не могу понять. Два удара сделал, у него уже защита сработала. Потратил, окей. Блин, я немножко по-другому, конечно, хотел сделать. Совсем, друзья мои, хотел по-другому сделать. 4, 2, 6. Ничего другого не вижу, как только вот так вот делать. Только так. Что у нас есть? Космонавт, который 4-4 делается, да? Йети. Запрет на хил. Ну, Рой, конечно же, который может уничтожить все. Что-то думает, какую-то тактику, ребята, он придумывает хитрую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, у нас, в принципе, одинаково. Да ладно. Я уже думал, он вышел. Так. Угу. Интересно. Что-то он сразу тут темп сбросил, ты посмотри, а? Мне, по крайней мере, нечего будет поставить. Но зато могу потом уничтожить Роем. Или через безумие. 2 плюс 2 плюс безумие. По-моему, сдается. Не знаю, может быть, что-то у него не пошло. Но 32 ранг. Чтобы вот так вот сдаться. Ладно, с кем не бывает. Короче, бессмертие, скажем так, выиграло. Поэтому меняем с тобой персонажа и будем кого-нибудь сейчас другого выбирать. Но мы зато перешли с тобой на 20 ранг. Ох ты. Подожди-ка, у нас с тобой... Да, ребята, 1000 гемов, вот они, долгожданные наши 1000 гемов. Вперед, как... Подожди, не туда. Вперед, как говорится, и за нашими паками. Так, мы с тобой сейчас возьмем, подожди секунду, наборы. Ну что, какой будем брать? Давай вот этот возьмем. Хотел бы, конечно, глянуть, что там у нас. В принципе, меня устраивает. Ну, да за... Покупаем. Что опять? Блин, ребята, опять вот этот вот глюк дурацкий. Ладно, давай я, короче, сейчас перезайду в игру и возьмем этот пак. Так, я перезашел. Надеюсь, сейчас дадут этот пак мне взять. Отлично.
Вот теперь купили мы его. Не знаю, какие-то баги такие бывают, ребят. Ну что, давай смотреть, вскрываем. Это самая интересная часть. Ну, это абсолютно у меня все есть. Все абсолютно. Так, редкие пошли. Но тут тоже у меня все есть абсолютно. Ничего нового. Так, мега редкие. Виноградина. Так, это новинка. И все. Вы серьезно? Да, друзья, вот как-то так. Две карты дали винограда, фокусника дали мне и подводную лодку танцора. Немножко даже обидно как-то, потому что я рассчитывал, ну, хоть на одну легендарочку, но, видишь, ее нам не дали. Ну что, попробуем теперь сыграть за ржавого разряда. Блин, так как я давно не играл, я немножечко, честно сказать, разучился. Ну, я думаю, что ты видишь. А кто-то пишет, что я вообще не умею играть. Возможно, ребята, я не умею играть. У меня нету, как тебе сказать, феноменальной памяти запомнить какие-то там колоды. Или какая колода, сколько стоит маны. У меня вот не то, что даже не запоминаю, лень запоминать. Вот, скорее всего, я бы так сказал. Так, ну что, мы с тобой не можем найти, да, соперника против... А, нет, нашелся кто-то. Твою дивизию. 43-й ранг. Как тебе такой расклад? И опять зубостизил. Вы что, там все помешались, что ли, на этой... Зубостизили, скажи-ка мне на милость. Давай я так сделаю и посмотрим, есть у тебя что-нибудь такое в противовес. Есть бунг-чой. Хорошо. Так, а дальше-то у меня чего? Нету ничегошеньки. Эта карта... А, во, выпала. Посмотрим. Угу. Охотничек, да, выпал нам? 5-5. Вот так вот. Вот так вот. Угу. А ну-ка давай сделаем таким вот образом. А он вытягивает две карты. Ну, решил сделать добор. Фиг с ним. Вот даже как. Вот даже как ты делаешь, да, парень? Хм. Ну, давай я вот так сделаю, фиг с ним. Пропускаем. Опачки. Опачки. Кто там у него выпрыгнул? Козлик, да? Ну, погнали. Козлик так козлик, фиг с ним. Допустим. Чё там уничтожает зомби? Все. Погнали. Такс, давай сделаем вот сюда. Ух ты. А что же мне тут сделать? Я не знаю, ребят, здесь я уже ничего не сделаю. Погнали. Хотя почему ничего не сделал? А, подожди-ка. Ну да, ничего не сделал, ребят. Хотя нет, решение есть. Давай вот так вот я сделаю. Чеснок, чертов. Ну, чеснок мы с тобой, ладно, уничтожим, фиг. А, нет.
Что он делает? И чё? Так. Этого говна отсюда убираем. Поехали. Конфеточка мне попалась, да? Так, ну что? 4 или больше. Давай сделаю вот так вот. Угу. На всех прочерк, что ли, ставит? Так, на всех он поставил прочерк. Так, ну как вариант, нам надо сделать вот так вот тогда получается. И вот так. Естественно, естественно, срабатывает хрень. Так. Ну что, будем хиляться как-то, я не знаю, ребят. Посмотрим. Ага, смотри, он сам хиляется, да? Ну. Так, допустим. Так, что ты перемещаешь растения? Переместили. Поехали. Так, бомбанем сюда. Ага. Угу. Так, смотрим, смотрим внимательно, ребята. Так, 6, да? 6 атака. Блин, он бонус, он быстрее делает. Ну, ему крышка, короче, этому хмырю. Опа. Окей, погнали. Ну что? Поехали, друзья мои. К победе, как говорится. Вот и все. Да выделывался, да? Со своими легендарками. 43-й ранг, напомню тебе. Так, ну что, давай еще разочек сыграем. Выберем. Ну, давай, наверное, бесячество. За него поиграем, что ли. Попробуем. За бесенка, за этого.
Получится, не получится. Так, бабах. Угу. Что-нибудь поскромнее-то можете мне дать? Ну, хотя бы так. А два бесенка? Два бесенка, это же хорошо, да? Два бесенка плюс этот на воде. Это будет круто. Опа, поехали. Четыре, так неприятно сразу же с лету получить. А еще вот так, когда сделаешь. Миночки, минки у него, если есть, то может поставить. Что-то как где-то я уже это видел. Угу. Горячка? И он такой спокойный, да? Невозмутимый. Ох ты, ты глянь-ка, а. Ты гляди-ка, как ему фартануло. Ох ты. Даже так. Окей. Давай вот так вот сделаем. Такс, ну что же, мы с тобой тогда. Ну, в принципе, да, оставим тогда как есть. Если что-то, то переставим. Вот так, поехали. Окей. Так. Что он там сейчас придумает? Ну, это, конечно, имбово, что в самом начале вот этот вот патиссон ему выпал, а? Поехали. Сейчас еще, блин, защита у него сработает. Как не вовремя, блин. Тоже не есть хорошо, да? Давай так вот сделаем с тобой. Закопаемся в закопуху, так сказать. Орех. Заточка. А, это... Все, я понял, что-то я... Так, ну что, здесь этому, конечно, кранты будет. Погнали. Такс. Поехали. Ну. Наносит 3 единицы урона. Ох ты. Ох ты даже как. Эти ребята полетят домой скоро. Так, ему 3 единицы урона нужно нанести. Погнали. Так. Ну и что у нас тут получается? Сейчас посмотрим. Горячку ставит. Бред какой-то делает. Вообще не понимаю, что он делает. А, вот если только так.
Ну что, давай вон тот чудик заморозим мы с тобой, наверное, да? Поехали. Такс, и... Блин, не получается. И хочется и так сделать. Не выходит. Ага. Так, проверим. Слушай, ну по идее должна же сработать защита-то у нас. Верно? Поехали. Да как ты, блин, заколебал, а? Жесть. Не вышло. Сломали, сломали мне, блин. Ладно. Так, давай-ка мы сыграем с тобой за картофан. Поехали. Кто против нас? Супермозг. Против нас будет выступать супермозг. Ладно, пока ничего не трогаем, ребят. Оставляем. Так, нам дали горячку. Кура, да, значит. Окей. Кура-то кура. Ага. Набор карт берет. Окей. Я пока обойдусь. Блин, мне опять же нечего поставить. 4-4-4-4-4. Как назло. Горячку. Ну, горячку использовать на ранней игре, я тоже считаю, что это, ребят, как-то, ну, глупо. Ладно, посмотрим, кто у тебя там стоит. Интересно просто глянуть. Ага. Пускай там стоит. Карту он все равно получит, да? И обидно, что мы с тобой потратили на какую-то ерунду. Ух ты, ух ты. Убегает, ну пускай бегает. Пускай этот пират бегает, если ему так хочется. Кровожадность, ух ты. Отлично. Так, ягодка у нас с тобой есть. Этому кранты. Добегался, короче, паразит. Да? Добегался же, ребята. Единственное, надо знать, кто тут. Ох, ё-моё. Вон кто его. 6 и 5. Че, все кранты, что ли, нам? Нет.
Еще живем. Тихо, бабах, не бойся, покажи, еще ничего не проиграно. Хотя... Переманивает зомби на эту линию. На какую, блин, зомби нам линию это переманить? Твою налево, как сделать-то лучше, ребят? Так, наверное, да? Потом... Вот так. Ну и, наверное, еще вот так. Кто там у тебя? Понял. Ну, у него-то... Сейчас перемещение и атака, наверное, будет, да, я так понимаю? Бонусная. Так тебе же крышка. У меня же крокодильчик сейчас, по идее. А, вот так вот. Тынс, тынс. И одно здоровье всего лишь осталось. Ну и что он там сделает сейчас? Он сдался. Вот так, ребята. Бабах, не подкачал. Хотя у него здоровья было мало, но, видишь, все сложилось удачно. Так, ну что, давай еще, наверное, за бабаха бомбанем. Опа. У меня раньше любимые бойцы были — это бабах и орех. Да, по-моему, они до сих пор такими остаются. Вот за остальных я, к сожалению, пока не научился играть. Да и за этих-то играю как курица лапой. Ну что, ягода. Блин, вот, вот придется тратить. Да, придется тебе тратить, потому что нечего поставить пока мне. А все-таки горячка наносит 6 единиц урона. Это круто, понимаешь? Если он сейчас опять этого турбочиста поставит, я не знаю, что будем делать. Давай так вот сделаем. Сейчас 100% у него тоже будет ландшафт, нет? Нет. И... Я жду. Вот как. Посмотрим, кто там у тебя. Угу. Так, ну он может на него, ребята, поставить, знаете что? Кровожадность. Поставить кровожадность и все, и уничтожить. Хм. Опа. А вот это плохо. Он же будет прокачиваться, да, ведь, насколько я понимаю. Допустим. Я так и думал, что он будет кровожадность ставить. Поехали. Так, одно здоровье у него осталось. Вот здесь бы горячка, а? Как, ребята, бы не помешало, серьезно тебе говорю. Ну что, у меня только один вариант — крокодила ставить сюда, и все. Да плевать мне на этого, что он там. Пускай он добирает хоть что. Главное вот с этим разобраться. Погнали. Я надеюсь, у него нет там шарика или еще что-нибудь, чтобы переместить. Знаешь, как это, бонусная атака. Нету? Ну и слава богу. Карт, конечно, он нахапал там нормально. Опять? Воу-воу-воу-воу. Паренек, ты как-то потише, я не знаю, что ли. Как-то потише надо, поскромнее, господи.
Прокачка. Прокачка, да? Да понял, я понял, ё-моё, что... Давай посмотрим, что он дальше будет делать. Заклинаний-то наверняка есть целая куча, да, там? Допустим, этого уберем, допустим. Вон, кто у него там еще, смотри. Ну что ж, я тогда сделаю вот так. Поехали. Угу. Тю-тю-тю-тю. Давай, наверное, сделаем вот так вот, чтобы нам не погибнуть. Пускай он там перемещается куда хочет. Он сейчас возьмет ее, что ли, параметры, да? Точно, берет параметры вот этого вот. Ну, это фартануло. По-другому не скажешь, ребят. Фруктовый микс. Хм. Фруктовый микс у нас с тобой есть. Так, я предлагаю, наверное, сделать вот так вот. И, наверное, вот так. Уж не знаю, кто там у него. Вон кто. То есть выстрел делает первым кто? Вот этот, наверное, сделает. Угу. Уничтожает растение. Шлепака. Короче, крышка нам, ребят, здесь. С куличкой не поможет. Абсолютно. Ну вот с этой, конечно, с спортсменкой на воде, но это же надо так вот, ребята, а? Вот хоть бы мне раз в жизни вот так вот повезло, чтобы выпало тебе какая-то хмырюха, которая еще и берет силу и здоровье. Или гриб вот этот. Почему гриба мне, например, не достал? Вот это тут, кстати, надо будет убрать. Вот эту вот неуязвимую лужайку. Это фигня на самом деле. Серьезно тебе говорю, блин, пока как-то ставить не хочу. Сейчас так и будем топтаться с места на место. Ну давай, иди сюда. Окей, потратил, да? Ладно. Да, конечно, ага, держи карман шире, парень. Вот так я сделаю. Единственное, что ему достанется, этот пес с усами. Ну, усы вот эти вот. Крякает мне еще там что-то. Так, могила ед. Что, дай-ка я, наверное, сделаю вот так вот, шаманство делает двух способностей. Окей. Да-да-да-да-да-да, ага, конечно. Так, ну здесь мы уничтожаем. Здесь ставим вот так вот. Так, микс фруктовый выпадает нам, да?
Ну и чё, все? Ага, давай-давай, выставляй. Блин, как лучше сделать-то, наверное? 100% у него там какая-нибудь заклинаха. Посмотрим сейчас. Чё там? Ага. Так, зомби получает плюс 5 к здоровью, да, ради бога. Замораживает еще. С прочерком. Давай, вперед с песней. Угу. Так. Даже не думай. Так, этому не знаю, как вам лучше сделать. Как нам лучше сделать? Наверное, вот так вот. Поехали. Так, у него хилка сейчас, да, сработает? Угу, горячка. Вот сюда пойдет горячка у нас. Так, что дальше? Серьезно? Все на этом, надеюсь, у вас. Так, вот это вот уберем отсюда хлам всякий. Поехали. Отлично. Последняя его защита там что у него? Отхил, по-моему, если не ошибаюсь, да? Ага. Отхильчик у него там был. Так. Это нам пригодится. Ой, дурила. Еще будут какие-то пожелания? Все? Это все? И я так понимаю, что это все. Давай смотреть, что у нас получится здесь. Ой, напугал, блин. Поехали. Угу. Так, у нас с тобой еще один орех выпадает. Пытается там хинуться изо всех сил, но ты понимаешь, что это бесполезно. Я думаю, он не понимает. Поехали. Бонусную атаку делаешь. Ну давай, два в лицо. Еще два в лицо. Трешечку сверху. Мы-то здесь выдержим. Все, отлично. Опа.
Опа, смотри, что нам выпало. Ты посмотри, какой красавчик нам с тобой выпал. Тра-та-та. Неплохо, да? Угу, и что дальше? А дальше тебе кранты, парень. Все. Ну что, друзья мои, как-то вот так вот вкратце, на ночь, как говорится, глядя на сон ведущий, поиграл маленько, теперь можно идти, как говорится, и отдыхать. Серьезно, такие поединочки. Хотелось бы, конечно, прям взять в 21 ранг, но я бы очень уверен, что мы будем туда-сюда мотыляться. Надо вспоминать все колоды, может быть, даже переделать, потому что у нас есть с тобой новые карты, как мы уже понимаем, да? Которые получили сегодня из паков. Так что... Ну, легендарки, ребят, легендарки уже сколько? Серии, наверное, 3 или 4, да, не выпадает. Как назло. Ладно, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.